Это типа мы работаем, мы выбираем, мы смотрим цвета. Это новая коллекция, которая пока в процессе разработки, доработки, утверждения. Мы обязательно будем готовы к Ганноверу. Просто даже хотели узнать ваше мнение по поводу такой комбинации нитей и цветов и такого геометрического дизайна. Нам кажется, что коллекция должна получиться очень интересной и очень необычной. Братец Крис тоже принял участие. Мы предложили свою отборку цветов в этой коллекции. Надеемся, что они войдут именно в складскую программу фабрики в 2019 году. Мы обязательно прислушаемся. Еще одна коллекция, которую мы готовы вам презентовать. Мне она почему-то напоминает диаграмму, хотя она имеет абсолютно другое название. Ну, скорее всего, название фабричное также изменится, и мы придумаем свое собственное душевное название. А сейчас более подробно о данной коллекции расскажет наша Наташа. Очень подробно рассказывать не буду. Все наши секреты и тайны производственные. Просто скажу, что коллекция относится к не очень дорогому сегменту, но выглядит она очень достойно. Самые модные сочетания цветов – бежево-серый, темно- и светло-серый цвет. Конечно же, украсили коллекцию одним более ярким цветом, но я надеюсь, что вы оцените ее по достоинству. Еще одна петля с выбитым рисунком в виде геометрии готова пополнить наши склады в ближайшее время. Просто очень разнообразный ассортимент, как мы все понимаем, уже присутствует. И что-то новое и совсем необычное добавить очень сложно. Но все-таки такой дизайн, пожалуй, будет очень кстати в ассортименте «Братца Лиса».